Добрый вечер снова всем, кто с нами. Сегодня с вами видим. Сейчас мы продолжим нашу встречу. Так как играть буду я, то играем как обычно мы на низком разрешении. И играем у нас... Играем у нас. Сегодня мы Bootcamp. Rapid Core. И... Что еще? Bootcamp, Rapid, и если вдруг дойдет до третьей карты, то это будет Crossfire. Bootcamp хочет сыграть первым, окей, тогда поехали. MX Map Bootcamp. Налетело сразу народу, уж неожиданно. Видимо, перешли все с трансляции между Рибаком и Чилорио. Также у нас тут еще удивляется мной выбранным картам. Rapid, Boot, вода, что? А, нет, не вода, кросс. Ой, кросс, Decider. Перепутал. Я думал взять или вода, или кросс. Чё, говорит, серьезно ли? Ну, не хочет играть Happy Stalk. Понятное дело, что Rapid тогда остается. Так, мне нужно подлагивать, значит, надо повыключать тут все на свете, наверное. Поставлю приоритет. Все, погнали, все в спекты, да, полетели. Красавцы, чтоб так всегда происходило. Написал, и просто за секунду все улетели. Молчит. Старт тогда. Прожимаем. И поехали. Надеюсь, слышно меня хорошо. Я что-то забыл прочекать трансляшку. Но, по идее, настройки за это время не успели поменяться, так что все должно быть в порядке. Вес такой себе. Самый три. Он не респанулся рядышком. А значит, свободно собираем все ништяки, которые валяются на этой части карты. Долетел. Добрый вечер. Я не пойду больше. Все, повоевали и хватит. Мы, кстати, с ним не так давно играли на американском сервере. Что-то там типа 30 на 6 я вроде бы сыграл. Так, ну он тоже, в принципе, подбитый, поэтому определенно он там сейчас собирается. Хаос потихоньку заканчивает. Ладно, он улетел, а значит, время бегать за лонжампом. Там уже отстреливает. Так, ну вот у меня вроде уже я все пособирал. Ну, первый пошел. Пакеты разложил. Повезло мне, что не респанулся здесь нас сразу же сдался, потому что есть такая вероятность.
Так, слышу, ау, взял. Ух, ты где? Я тебя не вижу. Ой, последний прям 6 кп, один патрон не оставался. Все, от 100 на 100. Остались бы у нас рожки до ножки. Так, мне должен был брать. Послыхал, что ли? Ах, так, я что-то не понял. Ему кто-то палит, я ведь ни звука не издал. Как он мог знать, что я нахожусь? Там-то. Да, тут очень много игроков с Латинской Америки, поэтому всякое может быть. Не, я, конечно, не думаю, что такое. Стало исполнять. Охренеть, куда она попала? А, вот как он ее закрутил. Жестковато получилось. Ладно, погнали по новой отъедаться. Начало-то, в принципе, да, спокойное, пока переживать не. Ну, пусть сидит, думает, что я там сижу и вроде. О, какой прострел хороший. Ну, он, кстати, мог уйти. Значит, он уж не ушел. Да, что я ему там просадил немножко и гаус позабрал. Что-то я не понял. Я там был уже уверен был прям, что постолка его добьет. По таймингам провтыкал. А он, наверное, на бридже остался. Похоже, что да. А он за РПГ ушел. Ну ладно. Обновим тогда арбалетик. 14-28 взял. Все хорошо. Это я случайно притормозил тут проверить настройки, а он как раз сюда забежал. Давай же удачи. Арморы подоспели. Это было очень страшно. А я сам могу, дружище, не переживай. Так, я отдабился. Только встала после того.
давно побывал. Там не все. Понял тут. Сворачивать все эти дела. Постволки кончились, это как-то я и без постволочек. О, замок опять. Где мы делись? В принципе, все правильно делает. Ну, вот насчет умирать. Я не это имел в виду. Так, похоже, что он снова там. Или так. Так и знал. Я услыхал эти пакеты. Отдаленно, но услыхал. Как говорится, на войне все средства хороши. О, откуда он их кинул? О, кажется, на арбалете появился. Армора-то больше. Кто бы мне так мог наяривать долго на телефон, да? Слышу, что где-то вибрирует. Я не слышу. Ё-моё, не докрутил. Промахнулся. Что у нас? Нет у нас только РПГшки и нет у нас шотгана. Шотган у нас тут есть. Воюем.
Ну и зря тут как раз бесплатный гаус тоже. Как это лучше? Это лучше. Что-то у меня не выстрелило по столку первый раз. Зато респаун очень. Что-то мне так сравнивать сам было. Ну, я имел в виду Санта-Клаусом это. И перепутайте. Что, за это все время так и не залгался? Шалта. Вот это я зарядился. Так что наверняка. Хорошо, пытался догнать, хорошо, словно. Сто на 90. Вернее, 90 на 100 снять. Такой РПГшки шаровый. Старость не радость, не успеваю опустить РПГ и переключиться на гаус, чтобы не связать. Все, я повоевал. Найс. Это было красиво. Так, ну тут имеет смысл на самом деле 7 секунд подождать. Одна аптечка, раз, вот две аптечки, сейчас два арморчика. И вот тут два арморчика. Успел успеть за... Ку-ку. Что-то не отпустил он. Ну правильно, там кинг, в принципе. Снова прострелил, хорош.
Это был To the Moon. Поймал. Тоже так, так по-тупому отпустить. Так по-тупому не допрыгнуть. Но у меня есть проблема. Уже не будет последняя. Так как долго? Человеческих. А, у меня друг на арбалет был, оказывается. Ладно, возьми сразу. Не полетел, Эрто. Двадцать пять на пять. Думаю, нормально. Где next map? Блин. Короче, ладно. Сейчас. Рэдди. Поехали сразу вторую демку. Ну конечно, ладно, так себе был. Кик. Что там у нас экзекьютор 331? Эппан. Третий раз пишу, да? По привычке. Да, задёхан. Ленин жив.
Прекрасный респаун. Так, ну он заберет LJ, я заберу 50 арморов и можно попробовать. Да, вот так вот сделать. Я сделал это специально, чтобы забрать сразу же добровик. А он мои 30 арморов заберет. Из арморов заберет и через 5 секунд, 7 секунд. Вот он. И сразу же 60 арморов на ящиках. Какой влет! Ладно, LJ у него нет. А он даже этот забрал. Так, ладно, тогда посмотрим. Там, в принципе, уже сейчас самое время бежать за LJ через очень мало секунд. Да, я забрал! Еще и забил. Хорош, хорош, хорош. Ну, не там у меня задава, видите? Ну так, первый фраг он уже купил, уже неплохо. Пять РПГшки. А у меня РПГ было? Да ладно. Хоть позволим ему хорошо отъесть. Попался. Тут, кстати, Гаусс меня засейвил-то. Хорошо прыгает, слушайте, а реально носится он нормально. Я прям слыхал, с какой скоростью он приближался ко мне. Вот, кстати, интересно, он так сразу встал. Странный маршрут он, кстати, выбрал. Не совсем я понял, что он сделал именно так. Добрый вечер, Сорос. Ну хоть гоняет круто. Thank you.
прям почувствовал, почувствовал. Я даже не понял, куда я попал. Вора еще и покрал. Хорош, хорош. Вот тогда будем дожидаться. 50 секунд. О, 100 на 100, хорош. Ай. Хедшот, походу. Учитывая, что он 60 моров стащил, то да, это определенно был хедшот. Шикарный лес. Возьмем всех этих арморов. Делаю вид, что я уж. А вот он. А вот он, я отъезжаю. Так, он, кстати, сейчас за вонжамом захочет идти, по-любому. Так, ну и коли он прошел на это. Я перекрутил лампочку, и он убил себя в эту баговую щель. Повезло, не фартануло. Не понял, я дропнул свой дробовик, потому что у меня было 0 патронов, а он взял нулевой дробовик, значит у него были не тип 2 потраченных, значит у него было 6. Дабы меньше времени тратить на перезарядку, я подобрал его арбальт. Арбальт дробовик. Почти успел выстрелить.
Урожай? Да, взял. Значит, будет сейчас брать РПГ и пробовать возможно с ним заходить. Что ты будешь делать? У тебя теперь ничего нет? А у меня вообще там нет. Все. Я упал на его голову и не разбил завал. Хотя, по идее, там расстояние сверху не должно было позволить мне удариться, но тем не менее. Подстраховал, спасибо, братишка. Очень шустрый парень. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё, покидал. Так, ну я гаусс не отдал. Вроде как, арбалет вроде как не отдал. Моя задача была как раз таки именно арбалет и не отдать. Хотя, по идее, я мог с гауссом запрыгнуть за арморами. Жулик не оставил мне ничего. Тогда он бы взял арбалет, конечно, но я бы 100% успел бы стырить 60 арморов минимум. Блин, второй раз я кидаю долбанную подстволку, и она улетает. Я сорвал его. Снова в комнате, поэтому я совершенно свободен. За арморами. О, по-прежнему нет дампа. Потому что там и второй идет. А, нет, стоп, у него есть он там. О, это у него. Возможно, не 100 на 100. Хорош, хорош, базара нет. Сколько что в хп? Так, 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 за LGM успеть. Кто-то не успевает. Не успевает, уже не успевает. Так, кажется, он еще и сам себя раздамажил сильно. Дорморы мои тут. Подъехали. Можно, конечно, пойти давить, а можно просто постоять подождать. А у меня, конечно, оба нет. Смысл не прострелил? Ты там урона внес. А прострел почему-то не сработал. Очень шустро играет челик. Кушал кружочек. Стоит так бегать. Наглую. Как
Пошел. Ну, вообще-то тот баг был бы запрещен. Так и быть. Нам, правда, было здесь все. Как я оставил, спасибо. Кукусики. Застрял в ступеньках. Хорош, хорош, чисто на молнии пролетел. Побрал арбалет. Вообще не пользуюсь щитком. Голову прилетело. Потратим. Чтобы уже и дольше не появлялся. Спасибо. Что у меня там отвеса? Так, там сейчас как раз хмора должна подъезжать. А, я за... А, 60 своих он съел. Как-то многовато зрителей, как для такого не супер существенного матча. GG. Thanks for my just... Ну что, на этом мы и закончим, наверное, сейчас.
нас вроде как впереди, знаешь, что? Кастильо с Пролом. Тот самый матч, о котором сегодня писал. По идее, они уже скоро должны появиться. Как не Кастильо должен вернуться домой. Вернемся, дабы посмотреть этот матч. Наверное, надо и для наших других товарищей сказать. We're waiting for the last match for tonight. Castillo vs. Pro. Gonna be very, 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 very hot. So, don't leave and prepare your popcorn. See you.